А в Южном Казахстане по тревоге подняли экипажи истребителей и военных вертолетов. Разведка донесла, в поле у небольшого населенного пункта затаился противник. Действия боевых машин с земли координировали авиационные наводчики. Обнаружив цель, авиация уничтожила позиции врага. По такому сценарию воздушные и сухопутные войска Южного региона отработали задачи по наведению вертолетов армейской авиации Ми-171Ш на цели, обнаруженные воздушной разведкой. Как сообщил командир воинской части 55-652 Тимур Омаров, условия максимально приближены к реальным. Правда, стрелять по мишеням из боевого оружия никому не пришлось. Для наиболее точного выполнения своей задачи, поражения целей, мы вместе проходим совместное учение с сухопутными войсками. Это подготовка передовых авиационных наводчиков, которые должны корректировать огонь нашей боевой авиации. В дальнейшем мы будем привлекать к ним для работы также самолеты МиГ-29, Су-25 и боевые вертолеты Ми-35.